Здравствуйте, я Марина Климова. Хочу поговорить с вами на очень серьезную тему. Это обложение НДФЛ доходов дистанционных работников, которые находятся за рубежом. Правила здесь поменялись с началом 2024 года, и нам предстоит обсудить, как выполнять функции налогового агента, как исчислить, удержать и перечислить в бюджет налог, как учитывать в отчетности доходы таких работников, какие тут есть нюансы и подводные камни, как в случае трудовых отношений, так и гражданско-правовых отношений с такими лицами. Смотрите на видеоконсультант.